дом проезжаю. Хороший знак. Ты так хотел. Островок. Вот он, островок на Селигере. Была гроза сейчас. Вот новая снасть, раколовка. Ну, будет она хлебом наполнена с целью поимки рыбы. Прошла гроза. Посмотрим, что на тему рыбы. В этот раз я не один приехал, с сыном. Мы вдвоем приехали сюда. На второй стоянке кто-то стоит. Не знаю, видно ли. Вот там. Далеко. 500 метров. Ну и вот эти вот ворота из еловых ветвей кто-то порубал. Попортил. Вот здесь вот они были. Кто-то здесь поломал ветку вот эту вот. И уже нет этого чуда. Чудесного. Ну, хоть не насрано, как в прошлый раз. Вот. Земляника встречается, черника есть. О, бутылочка. Она для рыболовных или каких еще дел подойдет. И вот еще. О, какое счастье. Это все нам подойдет. Есть черви. Вот что главное. Есть черви. Это, о, тут и моя бутылочка для гигиенических целей сохранилась. Вот она. Вот она. Все сохранилось. Сюда складываем запас. День второй, 7 июля 2024 года. Попытка поставить перемет
оказалась не очень удачной. Из-за сильного ветра все перепуталось. И сейчас, после еды, будет предпринята попытка все это распутать. Да, ветер был очень сильный, а сейчас все вроде как успокоилось. Ну ничего, главное, что на раколовку поймалось некоторое количество мелкой рыбы, мальков, которые можно на перемет ставить. Так что это все мы оптимизируем. Здесь вот есть черника. Вон ее сколько. Вон уже пачки яиц нет. Яйца варятся вот тут. Какой доставать? Соль в пакете, где озон? Собираемся есть яйца. Потом будем гречку, наверное, готовить. Ну вот ветер нарушает все планы. Вчера сделали компот. Вот здесь вот он. Висит, чтоб муравьи не забрались. Ну вот, заряжаются повербанки. Хоть остров и небольшой, но тут есть место, где можно позаряжать. Вот жарится лук. Решили приготовить макароны. На сливочном масле жарится, потому что масло тает, надо его скорее использовать. Вот такие макароны. Там заряжаются солнечные батареи. Костер не горит еще, только мусор туда собирается. Лук. А лук вот горит. Надо его помешивать. Ветер сильный, особо сейчас не половишь. С утра пытались выехать, перемет поставить, но там аж с белыми бурунами волны еле назад приплыли. Вот. Лучок жарится. Вот спальник. Вот мы тут сидим, смотрел бинокль, там соседи у нас есть на противоположной стороне. Какие-то люди там есть. Они ездили сейчас на лодке душ заполнять, я вот бинокль смотрел. Чистоплотные люди. А то ведь сейчас есть такие, которые не моются, считают, что ни к чему это. Не знаю уж, почему так получается, но есть. И очень неприятно, когда с ними общаться приходится. Это прям мучение.
Ох, какой лучок. Ну вот, на газу. Раз перед отъездом заполнял эти баллоны. Газ. Сначала залил газ с большого баллона 5-литровый, потом из 5-литрового вот в такие. В общем, все. I like to move it, move it. И вот ветер раскачивает тут все. Казалось бы, не сильный, особо никуда не поедешь. Сносит. Один крючок куда-то потерялся. Я думаю, не в лодке ли он упал от этих самых, от снасточек на щуку. Ну вот. Можно считать, что лук практически готов. Чуть-чуть еще. Когда достаточно масла, то он готовится довольно быстро. Важно понять, сколько масла. Ну, макароны маслом не испортишь, так же, как и кашу. Ловля рыбы. Вот сегодня с утра выплывали в эту самую в раколовку. 7 маленьких лещей, красноперок попалось. Хотели поставить на перемет, но из-за ураганного ветра эта вся затея неудачно получилась. Перемет запутался. И, в общем, потом с трудом я его распутал и один крючок потерял. В общем, вот так. Может, вечером ветер стихнет. Попробуем повторить. Она же любит говорить это. Эх. Да, вот когда вот так вот пенится лук, это уже он прям почти, можно сказать, готов. Два критерия качества лука. Это отсутствие хруста при раздавливании и прозрачность. Ну и желтизна и аромат еще. Вот. Вот так. Красота. Красота. Сейчас будем макароны с луком есть. После того, как пожарился лук, производится приготовление макарон. Щебекинские спагетти. Чтобы ко дну не пригорели.